Всем привет! С вами Алена Пекут, дизайнер нарядов для торжеств. В этом видео хочу вам сказать несколько слов о таком важном и очень простом инструменте для нашей работы, как сантиметровая лента. Чем чаще вы используете сантиметровую ленту, тем быстрее она растягивается. Кроме того, у каждой сантиметровой ленты при нанесении делений может быть определенная погрешность. Поэтому важно, во-первых, все измерения делать одной и той же сантиметровой лентой, и во-вторых, использовать именно эту же сантиметровую ленту при построении чертежа выкройки. То есть вы откладываете какое-то измерение при помощи сантиметровой ленты, а потом уже при помощи линейки соединяете точки между собой. Не иначе. Если вы отложите, допустим, при помощи линейки эти сантиметры, то изделие может быть, например, оказаться более узким, чем должно быть. Поэтому это очень важный момент. Лента растягивается, имеет собственную погрешность, может иметь, во всяком случае, возьмите свою сантиметровую ленту и приложите, например, к миллиметровой бумаге. Можно очень часто заметить, вот у меня сейчас такой вариант бумаги, когда не совпадают сантиметры и миллиметры, вот эти вот деления на сантиметровой ленте, хоть она новая, только купленная, с такими же миллиметрами, сантиметрами непосредственно на бумаге. Поэтому имейте это в виду. С вами была Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. До встречи в новых видео.